Тур – ультракомпактная коляска от компании «Рант» весом 6 килограммов, созданная для путешествий детей до 15 килограммов. Я получила очень много положительных отзывов об этой коляске. Оно и понятно, цена в районе 6 тысяч, полный горизонт, легкое сложение, в общем, полный фарш. Но правда ли эта коляска хороша и стоит ее покупать? Давайте разбираться. Ручка высотой 102 см, покрыта пенкой, хват удобный. Здесь очень большой бесшумно регулируемый капюшон, дополнительная секция открывается на молнии. Здесь же находится смотровое окно, оно, кстати, открывается бесшумно на магните. Спинка регулируется ремешком. Есть небольшой завал. Опускается спинка на 170 градусов, длина спального места 75 см, ширина чуть больше 30. Т-образный бампер, есть люфт. Снимается он целиком, при необходимости, если он не нужен. Его место можно закрыть специальной тканью. Пятиточные ремни безопасности, верхние ремни пришиты. Подножка регулируется легко, имеется два положения, сделана она гамаком. Хорошая доступная подножка для подросших детей. Хороший доступ к корзине, даже при откинутой спинке. Тормоз не пачкает обувь. Складывается коляска одной рукой очень легко. В сложном виде стоит самостоятельно. Есть отличная сумка для перевозки коляски. По ощущениям, она сделана даже лучше, чем сумки Йо-Йо, Мину и Тура 2. Раскладывается коляска одной рукой. Тур оказалась очень юркой коляской, легко управляется одной рукой и с ней очень комфортно гулять по большому городу, заходить в общественный транспорт, она занимает мало места. В городе ее проходимости более чем достаточно. Да, коляска не поедет по всякому трешаку, застопорит на бездорожье, но небольшие кочки и ямки, которые встречаются в городе, пройдет легко. При этом у Тура очень достойная для ультракомпакта амортизация, коляска едет мягко и гасит вибрацию, ребенка внутри хорошо. На бордюр она запрыгивает легко. А вот спуском надо привыкать. Уж больно сильный наклон получается, хочется подтолкнуть ногой. Ширина колесной базы 43 см, она входит в новые пандусы метро. В пандусы рельсы она не войдет. Отлично скачет по ступенькам, едет очень тихо. Конечно. Хочешь, нам в следующий раз с тобой мел возьмем? Не стоит искать в Ранте-Туре какую-то скрытую философию, особые знаки или тайный смысл. Эта коляска понятна и открыта, создана для удобства детей и их родителей, для комфортных путешествий, когда коляска полностью отвечает твоим запросам. Да, пожалуй, мне бы хотелось подножку подлиннее, кресло поглубже и откидной бампер. Но эти нюансы с лихвой окупаются. Ценой, огромным капюшоном, который точно пригодится в отпуске на море, горизонтальной спинкой, большой корзиной, прекрасными ходовыми характеристиками и очень классным складыванием и, внимание, раскладыванием одной рукой, которое реально можно ценить в путешествии на самолете. В общем, Рантур. Рекомендую.